Здравствуйте, меня зовут Евгений Фук. Мы с вами находимся в студии аэрографии EX Studio. И сейчас мы рассмотрим аэрограф фирмы Ивата из серии Revolution. Значит, что входит в комплект поставки? Это сам аэрограф. Также к аэрографу прилагается маленький ключик, с помощью которого можно заменить сопло. И выкраска, заводская выкраска. Аэрографы Ивата собираются вручную и проверяются также вручную. На самом корпусе аэрографа есть надписи. В начале идет название фирмы Ивата, дальше название серии Revolution, название модели CR, страна-производитель и последние две буквы – это год и месяц выпуска аэрографа. Данная модель аэрографа идеально подходит для начинающих. Во-первых, потому что он очень прост в обращении. Сопло в этой модели 0,5 мм. Поэтому можно выполнять любые художественные работы. Из чего этот аэрограф состоит? Это гриф. Фиксатор иглы. Это игла. Фиксатор лапки. Пружинка. Это сама лапка. Триггер. В данной модели аэрографа к триггеру прикреплен клапан воздуха, что позволяет беспрепятственно его оттуда извлекать и устанавливать. Это также является воздушным клапаном. Далее, крышка. Защитный колпачок для иглы. А также защитный колпачок, который предохраняет сопло. Сейчас мы произвели разборку аэрографа, полную разборку. Собираем в обратном порядке. Защитный колпачок, второй, дальше устанавливаем триггер. На триггере имеется вырез. Этот вырез должен смотреть назад. Для чего он вообще нужен? Для того, чтобы триггер мог двигаться максимально. Дальше устанавливаем лапку. Пружинку. Все это фиксируем до конца. Фиксатором лапки вставляем иглу. И фиксируем ее фиксатором иглы. Также до конца. Затем гриф, крышка. Ничего сложного. Очень простой в обращении. Данный аэрограф, он может делать очень тонкие линии. Для этого нам нужно будет снять защитный колпачок иглы. И сейчас я вам продемонстрирую, как это делается.